Ой, вы уже здесь? Семья, скорее, мы начинаем! Семейка Роджерса в эфире, в своей роскошнейшей квартире. Богаче нет семьи на свете, смотрите с нами и проверьте! Так-так, аккуратно, мы пришли, открывайте глаза, сюрприз! Ого, вот это подарочек! Только ни в коем случае не открывайте его до Рождества. Конечно, конечно, как скажете. Тейлор, скорее открываем шкаф. Ну что, давай вместе? Давай. С ума сойти! Мия, проверим, что там. Спрашиваешь. Не волнуйся, мой дружок, я приготовил для тебя новую зубную щетку. О, входите, мои дорогие. У нас так давно не было гостей. И где это мы? Не знаю, но выглядит все необычно. Вы, наверное, проголодались? Вот, угощайтесь пряничками. Можно? О, я бы не отказался. Съедим по прянику, тем более, что они такие красивые. И пахнут Рождеством. Спасибо вам большое. Ешьте, ешьте. Не стесняйтесь. Была не была. Очень вкусно и очень сладко. Это еще не все. Вам туда! Как интересно! Пойдем за сладостями хоть на край света. Свежее дыхание гарантировано. Вот это да! Здравствуйте, детки! Как я рада вас видеть! А у меня для вас есть кое-что вкусненькое. Это все вам, мои дорогие. Кажется, Мия и Тейлор попали в настоящую сладкую сказку. Ого, я как раз о нем подумала! Ешьте, мои сладкие! Чем больше, тем лучше! Ха-ха-ха! Фе, нужно испечь новых кексов. У-у-у, детки! Наконец-то! Вау, Тейлор, смотри, здесь тоже повсюду конфеты. Хочешь шоколадный батончик, милая? А как же леденец? Нет, батончики я люблю больше. Спасибо, добрый гном. Нравится вам наша страна сладостей? Знакомое лицо. Тейлор, это наш папа? Да ну нет, конечно. Наш папа лысый. Это верно. Наслаждайтесь вкусняшками, мои дорогие. А мне пора. Ой, он исчез. И куда он делся? Кто знает. Но все эти лакомства только для нас. Йеху! Настоящий конфетный рай. Что еще для счастья нужно? Фи, не могу больше. Я тоже. Может, вернемся домой? С удовольствием. Мне конфет на год хватит. Вот это приключение. Скорее, нужно рассказать родителям. Говорю тебе, это эксклюзивная купюра. Мамочка, папочка, что случилось, детки? Ну, мы не выдержали и открыли шкаф. Простите нас. Мы попали в какую-то волшебную конфетную страну, но мы так по вам соскучились, что вернулись. Ну ничего, но терпению вам нужно еще поучиться. Да, Роджерс знает, как устроить для детей настоящую рождественскую сказку. Только... Да уж, Роджерсы любят по-настоящему сладкую жизнь. Елка чудесная, я очень довольна вашей работой. Семья, идите скорее сюда. Смотрите, как красиво для нас украсили елочку. Точно. А я думал, мы наряжать будем. Ну-ка, все внимание, семейное селфи. А как же самый маленький член семьи Роджерсов? Нельзя оставлять эту малышку без присмотра, когда рядом рождественская елка. Погодите-ка. Кайли! Елки конец. Досадная ситуация. А сестричка та еще пранкерша. Что будем делать? Закажем услуги дизайнера еще раз. Детки, заплатите дизайнеру, когда он придет. Ну... Решено. Родители, мы сами нарядим елку. Ну, пусть наряжают. Интересно, чем? Мы сделаем птичек из купюр. И игрушки из разноцветной бумаги. Прям как когда-то в детдоме. Поехали. Тейлор, Тейлор, смотри! Как тебе такая игрушка? Лучше посмотри, какой я шарик сделала. Вау, шикарный шар. По-моему, неплохо. Отличная работа, брат. Мам, пап, все готово. Та-дам! Чудесная елка, а теперь семейное селфи. Ну-ка поближе. Прекрасно. А теперь все ужинать. Уже идем. Получилось и правда здорово. Ой, кто-то у нас потерялся. Оп, а я тебя нашла. Я желаю, чтобы у меня были родители. Как однажды нашла свою семью. Бум! О,
страшно? Ах, мои крошки, я самая счастливая мама на свете. Рождественские каникулы – лучшее время для игр до самого утра. Ты это слышала? Здесь все тихо. Похоже, кто-то забрался на наш чердак. Пойдем проверим. Это точно грабители. Мы должны их остановить. Никто не смеет покушаться на имущество нашей семьи. Кто бы мог подумать, что идеальный вечер игр будет прерван такими страшными событиями. Да мы сами кого угодно напугаем. Грабителям придется несладко. Ты что? Это перебор. Вот что нам надо. Главное их просто обезвредить. За мной. Ку-ку. И где детки? Это же мы! Получайте! Тейлор, Тейлор! Упс! Приветик! Угу. И что это было? Вот это поворот! И как же родители оказались на чердаке? Прекрасная была вечеринка! Но я уже так устал! О, милый дом! Ой, заперто! У меня ключей нет! Я думала, ты возьмешь! Ладно, просто позвоним детям! Что? Батарея на нуле. И как ты мог не взять ключи? Что теперь делать? Подожди. Есть одна идея. Мне это уже не нравится. Так, я наверх не полезу. А я у тебя не спрашиваю. Полезай. Сомнительная затея. И пусти меня, жена. Дальше я сам. Какой конфуз. Я высоты боюсь. Давай скорее, здесь холодно. Да уж, Роджерсы необычные магнаты. Вы когда-нибудь раньше видели миллионера, взлезающего в окно? Ух, у нас тепло. После такой зарядки еще бы. А где выход? Ой, мама, что это такое? Сними, Ванесса, сними это с меня. Ауч! Фи, с дороги, противная. Вы бы только видели, как ваш папа героически вскарабкался на стену. Простите, мы приняли вас за грабителей. Бедняги, вы так настрадались. Теперь мы не будем забывать ключи. Как грустно проводить канун Рождества в одиночестве. Эх, моя любимая странная семейка. Я так соскучился. Съем-ка печеньку. Нет, Майерс, имей силу воли. Алан? Алло, вы приглашаете меня к себе? Хорошо, я скоро буду. Роджерсы не забыли о своем старом друге, но не пожалеет ли мистер Майерс, что принял их предложение? Дамы, это вам. Спасибо, Алан. Уверена, он тебе понравится. Для начала нужно познакомиться поближе. Добрый вечер, мистер Майерс. Всем привет, я принес вам небольшой презент. Вы, должно быть, шутите? Это кое-что особенное. Спасибо, Энтони, нам очень приятно. Знакомьтесь, это Эллен Бейли. Здравствуйте. Привет. Могли и предупредить. Я себе его совсем не так представляла. В костюме он симпатичнее. Предлагаю присесть вон туда. Энтони, сними шапку. Если бы я только знал. Положение это не спасло. Я сомневаюсь. Дай ему шанс. Я подумаю. Кажется, первая встреча мистера Майерса и миссис Бейли проходит не так многообещающе, как планировали Роджерсы. Но кто сказал, что Ванесса и Алан собираются так быстро сдаваться? Какой глупый свитер. Эллен, сядь ближе. И чего ты молчишь, Энтони? О чем говорить-то? О, пироженки. Руки прочь. Ой, а ведь у этих двух одиночек и правда много общего. Наконец-то они тоже это заметили. Прекрасная пара. Не правда ли? Хотите, чтобы Энтони и Эллен были вместе? Напишите нам об этом в комментариях. Доченька, это тебе. Не хочу! Ну и ладно. Домик с деньгами лучше? Ах, она вылитая я. И что можно подарить таким богатым родителям? Есть идеи. Стой! Кажется, я знаю, что мы сделаем. Родители будут в восторге. Отличная мысль. За дело. Ну что такое? Что случилось? Сидите ровно и не двигайтесь. Вот так идеально. Что-то они задумали. Не знаю, но ровно сидеть не могу. А теперь могу. Мы пишем ваш портрет. Приготовьтесь. А теперь замрите. Начнем. Но мы давно хотели совместный портрет.
Да, это будет идеальный подарок, сделанный своими руками. А теперь челочку. Просто сидеть и позировать оказалось утомительнее, чем Ванесса и Алан думали. И последний штрих. Что скажете, коллега? Это шедевр. Родители, ваш портрет окончен. Ура, наконец-то. Ой, я так волнуюсь. Дыши, милая, дыши. Спасибо. Что ж, современное искусство, оно такое. Вот и настал этот волшебный момент, когда каждый из Роджерсов может загадать свое самое заветное желание. Я хочу... Готово! Вот бы только оно исполнилось. Я хочу, чтобы в нашей семье всегда все было хорошо. Так-так, где мой носочек? Есть! Вот так-то лучше. Я точно знаю, что рождественские желания исполняются. Ну что, теперь наша очередь, моя милая. Как же я всех вас люблю, мои хорошие. Ух, как интересно. Вся семья загадала одно и то же желание? Что ж, я с удовольствием его исполню. Ваша семья всегда будет вместе. Счастливого Рождества! Хо-хо-хо!